Приветствую вас на канале Games on Epic. И сегодня мы загасим парочку боссов. Что ж, давайте посмотрим, кто это. Это у нас... Так. Агуа Верде. И Барвечос. Вот за ними и придем. Так, будем делать все по порядочку. Итак, отправляемся в наше недолгое путешествие. Так, метку. И так, нормально. Я не понял, а чё метка-то не стоит? Я ж поставил метку. Есть такой сервер, на котором хранится список привилегированных клиентов курорта Корси. Взломайте его и достаньте мне список. Достанем. Найдем. Взломаем. Итак. Будем, значит, доставать данные. Ведь кому-то же они нужны. Ведь за что-то нам платят. Так. Что ж, пользуйтесь авиатранспортом. Живет на острове. Кстати, тоже с воды неплохо подойти. Обстрелять, нахрапом взять. Очень даже неплохо было бы. Так, мы приземлимся подальше, где-нибудь на камушках. Чтоб нас не очень видно было. Так. Так. Огонь. Давайте снайпера есть. Вертолетную площадку. Освобождаем. От всякого хлама. Так. Вот тут медаль. Медаль картеля. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко. Прилетят. Ой, ой. На Марсе или на дне так. Впадины. Погоди-ка. Так. Нас заметили. Ой, так что-то миссия-то окажется по ходу дела сейчас. А, нет. Так, вызываем подкрепление. Мы вызвали подкрепление повстанцев. Прошу повстанцев отвлечь их внимание. Так. Беги. Калич. Так, что у меня? Осколочная граната. Черт, снайпер. Осколочная. Снайпер. Вон она. Так. Еще разок. Высунься, пожалуйста. Будь так любезен. Вертолет. Осколочная, получайте, кулярос. Так. Ритушка, ложись. Нет. Где она? Я сейчас помогу вам. Избавлю вас от нее. Так. Пулемет. Мы на прицеле у снайпера. Ага. Граната, береги! Сейчас мы с другой стороны подлатаем его. Ложите. Да где эта тварь? Вот так. Мы свалили вертушку. Мы. Я свалил. Мы свалили. Прячься, мы свалили. Я дам тебе, мы свалили. Вы только сваливать умеете. Так. А во всем этом прикрываю вас я. Три гада. Что ж не прет-то так? Чёртов снайпер взял нас на мушку. Сейчас мы его. Во. С этим вообще быстро разобрались. No problem. Это прилетело из штаб-квартиры. Так. Что значит отступите? С чего бы, ага. Размечтались.
Так, у нас что? Вызову повстанцев. Давайте. Бегите сюда. Всем скопом бегите. Так. Держите периметр, пока идет загрузка. Нам еще забрать эти вещи надо, флешку или что тут. Давай. Кто еще остался в живых? Кому тут люлей еще навешать? Все сюда. Все выходите, всех зарежу. Так. Ну, кстати, у него ножа нету, есть пистолет. Ножа нету, есть. Вот, приклад есть. Ну-ка, 4, 5. Нету. Все. Так, забираем. Я-то думал, тут сложно будет. А тут... Так, ну и все. Извините, но это очень просто. Почетных гостей ждут очень неприятные встречи. Правительственная пресса задает вопросом, какого хера они делали в Боливии. Сваливаем. Едем к другому боссу. Закончено, уходим. Мне вообще не хочется знать. Так, минутку. Давайте продолжим. А кто в этом списке? Весь бельдерский клуб. Сваливаем отсюда. Кстати. Давайте пометим сразу второго босса. Босс отсос. Жаждет крови. Жаждет. Мы тоже жаждем. Так, доберитесь до убежища спрута незаметно. Ну, вот здесь вот уже интересно. Скрытность. Так. Какой домик. Прям как у меня на даче. Такой же, а называется это... А, Алеппо вроде. Вроде так. Там вот есть под островом пещера с медалькой. О, скрытая. Да, я оттуда возвращался и видел этот Голливуд написанный. Так, что-то горит. Что горит? Что взорвали? Кто виноват и что делать? Дом горит. Кто-то в доме жил. Кому-то прилетело. Кому-то не повезло. Вот, кстати, возьмем мы эту гору с размаха-то. Вертолет такой нарушечный. Давай, 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 давай. А это не хватало нам еще катастрофы. Вот, кстати, для поезда место есть. По туннелю. Да. Хочу отметить, что здесь очень хорошо развита нейрохирургия. Тебя всего и стреляют. Они пришли и поставили тебе укол, как понимаю, из наноботов. И ты снова в строю. Вижу охеренный домище. Владение королевы красоты. Нам бы заглянуть, поздороваться. Были, заглядывали. Деловая поездка. Ну давай немного разведаем. Зачем? Ты, мы там были уже. Уже собрали все, что надо. Разведали. Один из команды даже ее трусики утащил. Пагубный извращенец. Итак. Вот сюда нам надо прократься незаметно. Что ж. Будем смотреть сейчас, кто где находится. Так. На глушитель переходим. Враги совсем рядом. Конечно. Мы знаем об этом. Так, дрон. Дрон в воздухе. Доберитесь незаметно. Так. Я что-то не понял. Вот. Один есть. И... Вот так. Мы вот я думаю. Повстанцам провести разведку. И все. Данные о позициях врага. Так, что-то как-то... Ну, что, больше вообще никого? Ладно. Надо только вертолет свой не потерять. Хорошая вещь. Бежать потом неохота. Это он бегает, как штаны насрал. Так. Вижу конспиративную квартиру спрута. Ждем. Доберитесь. Так.
Ждем, когда выйдет. Ну, выходи. А что нам ждать-то? Защитите Спрута по пути в аэропорт. О! Пошли. Мы растревожили осиное гнездо. Держитесь, я пойду. Так, ну нас заметили, это не важно. Нам же его защитить надо. Значит, на него кто-то должен напасть. Это бандиты, огонь. Так. Огонь, вам сказали. Вы где, твари? Атакует единство, так. Меня не волнует, кто из них чего атакует. Принято. Давайте. Вау! Нас давят! Нас давят! Так. Ой-ой-ой-ой-ой, он же сдохнет сейчас. Так. И задание провалено. Блин, его завалили. Ё-моё. А может его захватить, в багажник положить и увезти? Тоже как вариант, кстати. Надо вот сейчас мы ее попробуем. Если это получится, то это будет самый легкий способ пройти данную миссию. Что ж, будем пробовать. Так. Значит, его хотят завалить. Понятно. Так. Ну. Так. Ой, пешком еще бежать. Машину надо получше. Смотрит на меня, падла. Расслабьтесь, мы еще живы. Кто? Появился один с пистолетами и пулеметами. Смотрит еще на меня. Че смотрит эта тварь? Так. Вот так. Там какие-то перестрелки. Враг. Незаметно доберитесь. Так. Вижу конспиративную квартиру Спрута. Ждем, пока выйдет. Похоже, мы их рассердили. Давай. Вот и он. Пошли. Поехали. Жду сигнал. Вот так. Давайте. Прикрываем эту козлину. Оказывается, захватить его нельзя. Чтобы затолкать его. Так что... Так. Семь огонь. Дорога скользкая. Давайте. Не пропускаем, как в гоночках. Не даем пройти врагу. Вот так. Убили, оказывается. Ха-ха, как хорошо. Блин, давайте. Продолжаем в том же духе. Этот тварь не мог тоже на вертолете добраться. Давайте. Эх, жалко, что я сам тоже не могу стрелять. Давайте. Ребятушки. Покажите свои пушки. Конечно, вас заметили. Перестрелку устроили по всему городу.
Так, это что у меня? Это, походу, дело у меня на повышенной записи, поэтому так. Ладно, разберемся потом. Сейчас самое главное защитить этого петушка. Вот так, опа, стоять. Вот. Сваливаем, ребята. Сваливаем, осталось-то немножко. Чуть-чуть осталось. А, вот он, аэропорт. Так мы уже... Все. Мы доставили его. Ему осталось этому козлятину только смыться. В смысле, прикрывайте спрута, пока он в пути. Так, выходим. Где? Сейчас мы. Вот так. Боумен, спрут добрался до аэропорта Барвечес и летит в Мехико. Отлично. Мечтатель доверяет спруту, так что у Нидии проблемы. Наверное, Санта-Бланке придется искать другие способы отмывания денег. Продолжаем работать. Вас понял, не теряемся, конец связи. Спрут вот так. В безопасности. Спрут в безопасности, уходим. В безопасности. А кто ему безопасность обеспечил? Я. Так, что бы нам тут напакостить-то еще можно? Так. У нас есть, у нас есть. Ну, давайте откроем. Вот здесь вот. Так, позади нас вертолет и самолет. Все-таки это аэродром. Да, и мотоцикл. А, бронемашина. Нет. Меня интересует вертолет. Даже не сам... Хотя сам парашюта я ни разу не прыгал здесь еще. Нидия Флорес была в беде. Пусть будет. В беде. В беде, в БД. Где хочет, пускай там и будет. Так, подождите, я точно помню, на карте видел вертолет. Ой, он еще далековато. На самолете попробовать, что ли? Давайте попробуем. Если он летающий еще, конечно. Как тут на него попасть-то? Черт, давай. Ух ты, забрался. Я полечу. На таком я еще не летал. Так, далее на S. Так. Shift и S. О, с места. Как здорово он. Давай. Давай, 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 взлетай, старый динозавр. Вот сюда нам. Наняла барвихосплата для управления добычей. Я хочу с парашюта прыгнуть с тебя. Давай. И выше, и выше. И ой, а мне наверх надо. Там парашют-то, наверное, мне и не понадобится. Разобьюсь к чертям собачьим. Если это туда, куда показано. Так. Ой. Зенитка. По-любому. Конечно. А, все погибнут, интересно мне знать. Или может кто-то выживет? Давай. Держусь, иди ко мне. А, ушел, как же. Вот так вот. А еще говорили, что... Летать это самый безопасный вид транспорта, самолета. Ну как же, он собьют нахрен. Одна ракета и ты труп. Так что... Так. Где нам? Так, папка. Вот папка. Ох ты, а тут у нас есть открытые задания. Давайте вот сюда. А это же странные специалисты работают за пределами. Точно, загасить надо троих уродов. Серьезно повредит всему делу. Конечно, серьезно повредит. Так, это три крутых боевика каких-то. Нам их надо завалить.
Они подготавливают террористов для Санта-Бланки. Какой красивый вид. Он там у озера, я, по-моему, защищался от вертолетов. Ну, не суть в этом. Так. Хоть бы горного козла поймать на нем. Тыгдынь, тыгдынь, вверх. Он бы меня поднял. Он бы меня подбросил. Так. Блин, и папка-то отмечена. Ну ладно, чё ж теперь. Тут-то открытые задания. Тем более, чертей этих загасить одно удовольствие будет. Так. Такая высокая гора. Я бы насрал, наверное, туда. Ну, мы не за этим. Так, ну-ка, на горе есть что-нибудь? А не показано, территория скрыта. Ну, ничего страшного. Блин, хоть какой-нибудь транспорт. Ну, давайте посмотрим. Все-таки недалеко осталось от этой горы. Тут тем более еще дорога проходит. Вот, вижу транспорт. Вижу. Сейчас оказывается, что нахрен рядом с транспортом еще кто-то. Так, ну, там наши. Тут ваши. Все нормально. Вижу антенну, связанную с сетью картеля. Давай ее выключим. Блин, попалось задание. Так, вот на вертолете бы вообще бы замето было. Ну, давайте посмотрим. Нужно добраться до следующей антенны. Быстро. Конечно. Так. Давайте. Напрямки. Я думаю, успеем. Так, так, так. Так, между камнями. Эх. Только не застрянь, прошу тебя. Куда здесь? Застрял. Собака. Пес. Да откуда? Нет, не успеем. Все. Надо было откуда-нибудь оттуда прыгать. А, вот посюда. А, нет, посюда. На мотоцикле только был. Хотя, если бы по дороге бы там. Ну-ка, давайте посмотрим дорогу. Так, это мы отсюда. Так, так, так. Нет, по дороге бы не успели. Так, ну куда? Да брось его уже. Вот сюда нам надо. Иностранные специалисты задание. За пределами главного тренировочного центра в Монтуйоте. Их убийство серьезно повредит всему делу. А так бы нам что бы было бы? Я уж не помню. Диверсия, обнаружение, доставка. Ну ладно. Что бы ни было. Так. Ну ладно. Нет, так нет. Нам это не важно. Мы, кстати, уже нормально прокачаны. Нам многого не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Так, вот в этом городе нас ждут заманчивые приключения. Там же летеху можно поймать. Это просить. Это значит паяльник в задницу. Иголки под ногти. Выдирание зубов. Утюг на пузо. Пальцы между дверями. И многое-многое другое. Наковыляем, поймаем, разберемся. Так, эти-то хоть, ну, кстати, хороший, хорошо бежит, сразу видно, американцы игру делали. Он как бежит и бежит, подыхает, но бежит, красавчик. Так, ага,
Тут меня встретят во всеоружии. Надо хитрить. Через забор лезть, что ли? Как? Там вышка, снайпер сидит уже. Здесь плохие парни. Знаю. Здесь один боевик. Рядом с турелью. Видим. Так. Ну-ка, давайте дрон посмотрим. Дрон вижу турель. Они глушат нас. Глушат. Водку они глушат. Заметил еще одну цель. Цель на крыше, цель на крыше. Цель на крыше. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Так. Здесь световое табло. Ни черта не вижу. Сигнал дрона заглушен. Вот так, ну-ка, давай-ка. Мы поручили повстанцам разведать место. Посмотрим, что они дадут. Вертолет мы вам. Этот пятый. Сразу накроем. Понятно. Мины пошли. Буэнос-Фуэрте. Так что. Чтобы не вздумали убежать. Так. Вертолета у них нет. Так что. Паника и суета у них там. Они знают, что мы здесь. Конечно. Все знают, что мы здесь. Одни мы только не знаем, где мы находимся. Так. Кто-нибудь видит электростанцию? Кто? Дебилушка. Так. Так, я, по-моему, одного снял. Хорошо. Смени позицию. Вас понял. Мы попросили поддержки повстанцев. Так. Так, так, так. Кто здесь есть? Куда бежать? Давайте. Прошу повстанцев отвлечь их внимание. Инструктор готов. Неплохо. Где ты? Все. Какие потери могут быть у вас? Давай, падла. Вставай в бой. Спасибо. Всем залечь, вертушка. Давайте. С тобой все будет в порядке, слышишь? Сейчас здесь. Что мы имеем? Да... Откуда у вас потери? Вы чё, падлы? Я один воевать, что ли, буду? Оживляйте его. Конечно, иди. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Так, мы повстанцев позвали. Когда они еще придут, вот так. Нашего подстрелили. Подстрелили, вылечи. Защити. Укрытие. На землю. Осколочное. Так, вертолет. Огонь по вертолету. Держи, тихо. Я уже иду. Иди. Вот так. Осколочное. Давайте. Вот сюда вот. Можно. Позвать. Кто еще есть? Убили. Разбили. Черт, утром будет больно. Конечно. Так. Граната, граната! Да, видим, бежим. Граната, берегись! Берегусь. Приближаемся к цели. Входим, находим инструкторов и ликвидируем их. Кого там находить-то уже нашли? Осталось только ликвидировать. Так, тут документы есть. В принципе, за каким хреном я сюда и шел. Как дополнение. Ни
Никого не бесит болтовня этих придурков в эфире? Сзади меня. Вот координаты спалили, нет? Станции. Так. Эх, энергетический щиток бы тут найти бы, который меня глушит. Ты чё, тварь? Дебилушка. Сидит на меня, смотрит. Ну ты валена. Я тебе, падла. Так. Чё у нас здесь? Ну, 300 метров. 300 метров, 300 метров. Ох. Можно так в снайпера поиграть. Так, стоять, стоять, стоять. О. Вот так. Вот так. Вот я красавчик. Вот это я молодец. Видели, как я ловко стрелы отбиваю. Так. Просто кунг-фу мастер. Вау. Прыжки. Кувырки. Слышь, мать, где выход? Вот он. Кто так строит? Ну кто так строит? Ой. Тут загнешься, пока лазишь. Так. Это куда? Это сюда. Это сюда и... Блин, серьезно, что ли? Это я куда? Откуда пришел? Я отсюда пришел? Ну, недалеко, по крайней мере. Так. А, вот, 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 вот земельный участок. Так. Вот сюда. Сюда. Вот все правильно. Так, повстанцы у меня здесь. Так, этих дебилов-то тоже надо перетаскивать. Давай. Постоянно. Что они там сидят? Не воюют. Почему я один должен все делать? Это же нечестно. Так. Нет сигнала, глушит частоту дрона. Твари. Так. Тут воротина или что? Или как? Осколочная. Давай. Падла. Не прыгнул. Стена. Как здесь все не продумано в этом плане. Почему ты назад-то залез? Так. Где? Так. Есть. Вот так. И как нам эту воротину преодолевать? Давайте в окружную. Давай быстрей. Будем смотреть тогда. Ясно. Как она здесь открывается? Вау, тут ворота есть. Какая прелесть. Давайте сюда. Все сюда. Все сюда. Зажгли вертушку нахер. Вот так вот. Они успокаиваются. Решили, что мы ушли. Ага, ушли мы. Я еще только начал. А вы уже решили, что я ушел? Так. Эта тварь, пойди наверху. Где ты? Осколочная, получай.
Так. Кто где есть? Поднимемся к нему, узнаем, как здоровье, все ли у него хорошо, не болит ли спина. Дебил, на тебе. Ой, господи, ничему вас жизнь не учит. Так. А вот из этой штуки я мало стрелял. Так, смотрим. Вот она. Эта штука. Так. Так, и что мы тут имеем? Куда еще можно стрелять? Так, эта хрень не зовется. Ладно. Вау, вау. Бандиты на стороне единства. Конечно. Так. Давай, тварь. Попаду, попал. Вот и все. Задание выполнено. Теперь нас сваливать отсюда. Нам не нужны лишние проблемы. Что? А, бежим, а. Сваливаем. Так, патруль единства. Ага. Это последний инструктор. Здесь мы закончили. Закончили. Значит, мы создали картелю проблемы. Создали. Еще какие? Когда станет известно, что здесь произошло, кирпичи будет нелегко набрать новых. А если эти болваны не поймут, так, мы будем возвращаться. Теперь нам надо... О, кстати, что это? Тайник с данными. Ты до них не дойдет. Блин. Возвращаемся назад. Они выкрыли. Е-мое, только оттуда убежал. Ой, да там никого практически не осталось, пока не дойдут. А мы узнаем, где что находится. Кстати. Так. Так, так, так. Запускают, появился один с пистолетами и пулеметами. Я с цели на мушке иду. Можно начинать. О. Ясно. Цель выбрана. Все, больше никого нету. А, вот здесь вот еще есть где-то. Но я его за человека даже не считаю. Где-то. Где-то здесь прячешься. Ну что ты начинаешь-то? Иду на место получше. Вот так вот. Хотя нет. Вижу цель. С этим я попроще сделал. Вот так вот. Все. Ну. Тварь, ладно. Черт с тобой. Ты меня не очень интересуешь, по крайней мере, сейчас. Все такое. Баш. Давай, сможешь его снять? Огонь. Молодец. Так, так, так. Нам надо наверх. Принято. Наверху мы находим. Вау, компьютер. Компьютер. Кто хочет задать жару картелю? Угоним их вертолет и передадим повстанцам. Одним выстрелом. Ну, вертолет не самолет, легко угоняется. Так. Так. Что мы имеем? Тренировочная база. Кстати, неплохой. Так. Медикаменты. Потери. Так, 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 так. Несем потери. Вы что, совсем охренели? Да хрен на вас. Вертолет. С вашими потерями. У меня тут грузовик уходит с припасами. Да что, ё мать-то? Блин,
Вот ты не вовремя все это. Да как так-то? Вот. Любой транспорт. Любой подойдет. Мы попросили Пака прислать транспорт. Где он? Господи. Давай. Сойдет. Где командный дух? Сомкнуть ряды. Пристегнитесь. Где? Авансом вышел. Жду распоряжения, босс. Вот, кстати, тоже. Готовы? Огонь, огонь, огонь. Принято. Давай, 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 давай. Все равно нам по пути все. Валите его, козла. Сразу тут у меня зайцами вот это охота. Так, так, вылазим, бьем всех, бьем всех и вся. Ой, 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 на карту-то посмотрите, вообще все крахнёхонько. Лейтенанта убили, наверное. Нас потеряли. Нас потеряли, конечно. Конечно. Так. Пометим. Так, это есть. Сейчас нас убьют. Да, убили. Ну, по крайней мере, 2,5 мы успели взять. Так. Ну что ж. Я думаю, на сегодня хватит. 2 боссов мы убили. Такую небольшую миссию сделали. Ну, думаю, на это все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Покедова.